Ну и, конечно, цены на продукты растут, говорят, прямо на глазах. А сахар недавно поменялся, да, цена? Да. А сколько была до этого? 340. Можно, да, посмотрим? 340 было. 340, да, стало 360. Цены как на продукты? Комбат, конечно, продукты. А что, должны же стабилизировать? Стабилизировали? Жоқ, ондай жоқ қой. Почему? Қазымды мына кематтан сұрау керек, ондай нәрсені көрді. Спросим. Кеш, аккуратно, аккуратно. Как раз на том моменте, когда женщина рассказывала про цены, она чуть не упала из-за гололеда. Наверное, это такой знак, что нужно идти в акимат. Аким Аягосского района решил спуститься к нам вниз сам. Предложил пообщаться в таком прозрачном кабинете. Возьмем социально важные продукты. Сколько стоит у вас сахар килограмм? В Аягозе, в районном центре вашем. Сахар сейчас там. Вот хлеб, я знаю, что 110 тенге. А вот сахар забыл, извините. Хорошо, соль. Мне написано там в данный момент. Гречка. Гречка тоже не помню. Сейчас у меня вот... Мониторим там комиссии, посмотрим. Вот в данный момент у меня... Вы сами ходите по магазинам? По магазинам я в оптовым складом один раз ходил, так вот... В прошлом году я постоянно ходил, когда мать ходил. В данный момент, когда Аким был, всего один раз ходил, не буду говорить. Теперь к нашему традиционному голосованию. Справляется ли Аким со своими обязанностями, по мнению местных жителей? Районный. Вот как-то вы ощущаете его работу? Честно там. Не знаю, не ощущаю. Я лично не ощущаю. Как был бардак в этом Аягузе всегда, такой же бардак